Так, и всем привет! Сегодня у нас на канале обзор третьего тюнинга Саги 410. Давайте поподробнее. Цевьё у нас Зенит. Это у нас какая-то реплика сушки. Это реплика Ремингтона. Покрашена крышка ствольной коробки покрашена. Пильник приделан. Это крепление какое-то американское для прицела, не знаю. Вот, ручка тоже какая-то American. Вот. Сошки для чего нужны? Чтобы пристрелять прицел. И по сути они уже не нужны будут. То есть можно будет снимать. Давайте снарядим, постреляем, посмотрим. Еще у нас есть ДТК закрытого типа. Сейчас установим. Наша задача протестировать еще сегодня вот такие новые патроны от Техкрима. Пуля стриж. Вот, и сравнить, как банка гасит звуки. То есть сначала FMG, сверхзвуковой, потом дозвуковой. Вот такой. Давайте. Дозвук. С баночкой. Неплохо работает, неплохо. Так, сейчас будем пристреливать. Не знаю, как получится. Надо что-то выше, блядь. О, вот так заебись. Сверхзвуковая PMG. Стреляю крайний верхний угол. Пойду посмотрю. Так, не пойму, куда попадает. То ли в землю, то ли куда. Вот он, краска непонятная. Куда уходит, непонятно. Сделаем тогда прицел чуть выше. После каждого выстрела будем регулировать и смотреть. Непонятно. Чуть выше тогда сделаем. Так, со стрижом постреляю. Так, проверим. А, нет, левее. Так вот. Пробуем.
еще левее. Сейчас сразу 4 снаряжу. Не выброс. Цели в середину. Разброс, конечно, гигантский. Так, давайте до звук новыми патриками. Кстати, классные патрики. Два зарядим, снарядим точнее. Пометим сразу, свежая краска. Расстояние 25 метров, кстати. Ну, для коллиматора больше не надо. Это если была бы оптика какая-то. Но это не то ружье, чтобы здесь ставить какую-то оптику. Так, сейчас поставим чуть выше или ниже, вот так вот. Ну-ка, смотрим. Сейчас бегу, посмотрю. Расстояние между отверстиями примерно 5-7 сантиметров. Давайте еще раз посмотрим. Дозвуковым, а потом сверхзвуковым. Упаковочки не разбрасываем. Сейчас хуило какое-то едет. Еще чуть выше. Вот так вот. Вот так вот. Смотрим. Цель в середину.
Пойдем посмотрим, что там у нас получилось. Вот они все пошли. Этот не знает, что с ним. Вот она, часть. Такая часть. Теперь сейчас закрасим и сверху звуковой стрельнем. У нас еще задача такая. Травмат проверить. Купил патроны Калашникова. Хочу попробовать убить травмат. Ишь, он уже доживает. Доживает свое. Так, патрончики. ПМГ. Да, еще в пластмассе. В пластмассе еще. Бахают они вообще громко, блядь, я бы сказал. Также в середину. Они ушли у нас ниже, блядь. Не намного, но ниже. То есть вот такие дела. Ну это максимально, что можно пристрелять, как я полагаю. Ну все, наша задача теперь убить наш ПМ, блядь, чтобы его сдать к хуям, блядь. Он меня заебал, если честно. Вот. Так, отключим. Вот, он меня заебал, нахуй, честно слово. Так, ПМ. Все, с этим завершаем, с нашей сайгой. Тюнинг, еще раз повторюсь, это у нас зенитка допиленная, рукоять какая-то американская, а это рукоять у нас Pafgun крашеная, это у нас крашеная, тоже куплена отдельно, крышка ствольной коробки, это у нас какая-то американская, похожа на китайскую, ну, у меня есть китайская, есть это. Короче, заебись. Это реплика Ремингтона, коллиматора пыльник и намотан марля ебаная, липкая, короче, китайская. Здесь у нас под ремень тоже китайская какая-то хуйня прикручена. Баночка у нас это от Ильи Игнатова. Кстати, заебись банка, благодарен. Блядь, до сих пор горячая. Уже минут 10 прошло. Можно греться, ма. Вот, все, короче, упаковываем ее, переходим на пистолет Макарова травматический. Итак, пистолет ИШ-79Т. Вот такая вот, такой чехол самодельный, из Кайдекса сам сделал под магазином. Это я хвастаюсь. Вот. Теперь, что по патронам? Патроны Калашников 9ПА. Желательно написано не пользоваться вот этой хуйней постсоветской. Так, сюда положим. Вот, но я хочу. Тут, короче, ствол подуло. Дуло, блядь. Чуть-чуть. Это вот эта вот хуйня. Втулка ебаная, она уже не снимается. Мне надо его добить, чтобы сдать его нахуй в утилизацию. Давай, постреляем. Сколько он вывезет? Ладно, в руках подержим. Нам не привыкать.
что-то произошло. Вытаскиваем магазин. Хуя он бахает, заебись. Не досыл. Не досыл. Сейчас мы его убьем нахуй. Хуя он ебашит там. Не досыл. Ну ебашит, конечно, знатно нахуй. Первый магазин. Второй магазин. Третий магазин. Сука, живой пока еще, пидорас. Давайте снарядим еще разочек. Вот. Что хочу поговорить о травматике о нашей. О российской, блядь. Это как, короче, развлекуха. Хуя и в ухо. По сути, как бы и нужна, и как бы нахуй не нужна. Вот. Сейчас тест на пробитие, кстати, попробуем. Но я думаю, пробьет эту фанеру. Куда я нахуй тягаться? Тут, короче, 91 джоули. Но ебашит громко, пиздец. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз магазин, по семь будем. Не во все лезет. Восемь. Пылесосы какие-то еще ездят. Башку им разбить нахуй. Вот. Почему? Потому что у меня две травматики. Вот это у меня травматика как бы и устраивает. Ну и как бы она нахуй не нужна. Вот. Эти ПМовские магазины, шляпа ебучая. Хуй снарядишь, блядь, если ногтей нет. Вот. На рынке сейчас много новых травматов. Конченых тоже, блядь. Хотелось бы лучше. Правительство не заинтересовано, чтобы на руках были какие-то единицы стволов. Так, ну что, блядь. Пойдемте посмотрим, как он будет пробивать. Ну, я думаю, что он будет пробивать. Хули, 91 джоуль. Это вам не хухры-мухры, блядь. Даже сейчас вот на землю. Вот она лежит. Ну и пусть она лежит. Пуч. Ой. Патрончик у нас был. Ну что, погнали? Утыкание. Это, наверное, магазин такой. Утыкание. Или патроны. Утыкание. Ну, глушит пиздец, конечно. Готов один магазин. Так. Один патрон ставили. Утыкание. Что-то серьезное тут, блядь. Третий магазин.
если в одну точку стрелять, то он это пробивает. А так, хотя подожди, не, нету пробития. Если стрелять в одну точку, то будет пробитие. А если так, то нет пробития. Так что калашников залупа. Я думаю, как прошлое видео, фортуна, блядь, дала мне нахуй. Заебись результат по куску сала толстого. Посмотрите, если будете лазить по каналу. А техкрим залупа тоже не дал. Ну, соответственно, калашников залупа тоже мне нихуя результатов не дал. Он даже не убил пистолет. Как мне быть-то? А? Как мне его сдать-то, блядь? Такая вот хуйня, ребята, нахуй. Ну, короче, патроны 9 по калашников залупа. Фортуна рулит. Мне никто не башлял, сразу говорю. Вот, может быть, у меня старая была партия фортуны. Ну, понятно, что не очень старшая. Там 19-го, может, 20-го года. Вот. Она заебись. Так что попробуем в следующий раз опять фортуну взять. У меня остались, вот эта залупа осталась, 7 патронов, есть техкрим, и возьмем фортуну, если найдем. Так что как-то так, ладно, удачи, подписывайтесь, ставьте лайки. Джангл.